Новым депутатом законодательного собрания стал Сергей Попов. Он занял место ушедшего в Госдуму Виктора Зубарева. Сергей Попов прошел в краевой парламент по спискам от «Единой России» по Назаровской региональной группе. Ранее Попов возглавлял управление информационной политики губернатора края. Потом был заместителем директора по связям с общественностью и госорганами алюминиевого дивизиона «Восток» компании «Русал». Как рассказал Сергей Попов, в законодательном собрании он планирует работать в составе комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения. В краевой парламент меня избрали жители Красноярского края. Поэтому основная функция и миссия – защищать интересы жителей Красноярского края. Безусловно, крупные компании должны учитывать мнение жителей территории, на которых они действуют, учитывать интересы, строить свою политику с тем, чтобы качество жизни здесь только улучшалось.